время, значит, перекусить. Пошел в ларек, купил булочку с изюмом. Смотрите, какую булочку мне продали. Мне реально ее продали в ларьке. Посмотрите. Вот булочка, как бы. С изюмом. Это булочка. Смотрите, я такое сначала не понял. Такое надкусил. Почему так много изюма? Почему в моей булочке столько изюма? Смотрите, мне как повезло. Вот, смотрите, булочка. Два раза укусил и обнаружил гору изюма. Ой, смеюсь до слез. Это, наверное, чувак такой озлобленный пришел такой с дома. Такой, меня все, вот так именно говорит, меня это все начальство. И такой, булочку такой разложил и берет такой, знаете, как бы не жменю, а берет совок, вот. Подметаете, когда пол, мусор в совок, изюма набрал. И такой, на, запек, смотри. Он просто, вот посмотрите, это булочка, ой, чтобы она не была подставой, вот, смотрите, я сейчас ее укушу. Изюм! Чувак! Который запек столько много изюма. Спасибо тебе. Вот она, твоя злость. Вкусно как. И много-много изюма. Пока.